Вот, дорогие братья и сестры, с Божьей помощью сделали на храм Божий под плащаницей вот такой столик красивый. Это раб Божий Сарамашева, с нашего прихода, где мы служили. Наш сосед был, раб Божий Александр, спаси Господи вас. Вот был столик, но вот такой вот, ну, парта, обыкновенная парта, видите. Обыкновенная парта, ну, под плащаницу мы как бы не захотели, а он же так старался, вот ножки повырезал красиво, вот здесь сделал. Дальше, дорогие братья и сестры, это у нас вот такая подставка сзади плащаницы будет, это на цветы. Но сейчас я вот буду все лаком скрывать, вот, для дерева специальный лак, цвет рябина. А это, дорогие братья и сестры, помните, я вам фотографировала, показывала подставку. Вот когда Божья Матерь будут нести крестным ходом, даст Бог, мы дождемся с Божьей помощью, что нам разрешат вот крестным ходом идти. Вы знаете, с Божьей помощью вот уже приезжает человек, будет замеривать двери. Вот двери у нас в храме. Мы их покрасили, ну там мы их покрасили за полчаса. Что ж покрасить? Покрасить это не проблема. Вот. Мы их покрасили с одной стороны. Вот с этой стороны, видите, и уже человек приедет, будет замеривать, на зиму точно установим. Ну, мы покрасили пока, прихорошили, потому что праздники, люди приходят, были в таком состоянии, мне просто стыдно было, это входные двери. Сдали работу, принял? Сдал. Ну, еще чуть-чуть осталось, вот видите, вот это на колесах. Это я только для дерева обработала, а еще... Хочу же скрыть лаком, чтобы оно блестело, чтобы было красиво. Нужно мне... Столик уже высох. Сейчас я переверну столик, покажу там вам. Нужно будет вот так перевернуть еще. Но это все же нужно будет, потому что оно очень видно, когда вот с этой стороны. Вот вам хочу сегодня... Отчет же ж, нужно ж вам же сказать, как у нас работа идет. Вот, спаси Господи, дорогих наших прихожанок. Вот побелили вот тоже комнату. Как чисто все это снизу у нас. Я просто не могу, не поблагодарить тех людей, которые наши прихожане. Это наши, вот здесь и женщины трудились. Одни женщины трудились, красили батареи вверх, вымывали вверх. А другие приходили, это наша Паломаря Сергея, жена приходила с дочкой. Они вместе вот покрасили. Я не могу их не поблагодарить, потому что они трудились весь день здесь. С Божьей помощью женщина наша прихожанка с Бердюжского района, но я уже говорю, наша прихожанка. Они всей семьей ездят в храм, спаси Господи, рабу Божью. Смотрите, как красиво пошила. Я ж уже при храме всегда вот этим мы занимались, заказывали. И эту работу сразу видно, как она все пошила. Это швея первого класса. Вот это мы на Успении Божьей Матеньки вот спешили. Она нам пошила. А это мы у нас в Канышманово купили материал, купили бахрому с Божьей помощью. Знаете, какие промыслы Божии, что батюшка взял 7 метров и остается ровно кусок такого же красивого материала. Оно красивое, материал такой подцерковный. Дорогие братья и сестры, не на один раз это все. Это же 21-го Рождества Богородицы, 4 декабря Введение Божьей Матери. Это носить Казанскую икону Божьей Матери, когда сюда Матерь Божью положат. И четверо человек резинки еще такие купят, чтобы ее привязать сами. И четверо человек будут уже нести Богородицу вот за эти ручки. Вазы, плащаницы Богородицы. Сначала по цветам положим, чтобы все одинаковые вазы были. Потому что в этом году у нас уже очень много будет ваз. Все отдельно. Такой праздник большой Богородицы, что мы даже не можем воспеть и восхвалить Матерь Божию достойно. Какая Матерь Божия для всех нас, православных христиан, какую она имеет для нас силу, какая она для нас молитвенница, заступница перед Богом. У нас здесь вазы будут стоять. Я вчера покрасила вот эту подставочку, но хочется и тоже голубеньким что-то накрыть.
или чем-то белым, потому что увижу, какой материал будет, такой купим. Не будет голубого. Ну, буду стараться голубой купить, чтобы это засижу, украсить этот храм красивее. Вот делаем веночек Матери Божией на Успение, Пресвятой Богородицы, Плащанице. С Божьей помощью мы вот с самого утра, с Божьей помощью, подбираем букет. Красиво. Вот это мальчики. Да, Машка, получается, только мы не успели прошить его, потому что уже вечернее. Ну, потом к Рождеству Богородицы все сделаем, потому что еще мы на Рождество Богородицы будем это же самое. Эта сторона не получится, потому что я отсюда много забрала, потому что оно не зарублено. Я специально спрятала его, а эта сторона зарублена. Машка, вы уже пойдете на клирос, это поможет ей. С той стороны. Дай святое вразумление, умилися надо мной, дай душе моей смирение, буди Матерью Святой, услыши мя о Спаса, вонми мольбе моей простой, тебе взываю детским глазом, дай отраду, дай покой, тебе избранная.